Польше установлен новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки. Положительный тест получили 13 632 человека. Это самый большой показатель за все время пандемии. Веслав Рушкевич – пациент больницы МВД, расположенной в Варшаве. Мужчина говорит, что выполнял все рекомендации, касающиеся профилактики распространения инфекции. «Я понятия не имею, каким образом заразился. Я живу на 4-м этаже, никуда не хожу. Может быть, почтальон был с коронавирусом или кто-то из членов моей семьи, кто приходил ко мне домой. Но мои близкие на данный момент все здоровы». В связи с ростом заболеваемости растет и число госпитализаций. Всего в польских больницах размещены около 11 тысяч пациентов с COVID-19. Более 850 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Я думаю, если ежедневный прирост больных останется на уровне 20%, то никакая система здравоохранения этого не выдержит. Сейчас, как говорится, ставки в игре очень высоки. Мы должны приложить усилия, чтобы система выстояла. Для Польши вторая волна инфекции, утверждают эксперты, оказалась гораздо мощнее первой. В Варшаве и других крупных городах создаются временные госпитали. Но есть еще одна проблема – нехватка врачей и среднего медперсонала в больницах.